Следующее направление – это виаргоны. Вот виаргоны для органов – это у нас три доктора в нашем офисе, которые читают нам лекции, которые рекомендуют, у которых имеют свои диагностические центры. Они, конечно, работали раньше с какой-то другой компанией и остаются там работать, но они прекрасно понимают, что это не БАДы, это не минералы, это не питание, это не кормит, не питает, ничего вот не поставляет, а это именно тот распорядитель, такой световой лучик, который дает информацию, чтобы омолаживались клетки. 3-4 месяца у вас новый глаз, вот вся соединительная ткань. Какое-то время, там может 2-3 месяца у вас новый хрусталик, 1,5 месяца у вас новая роговица. Это будет зависеть только об ответной реакции, как пойдет процесс, как этот механизм у вас закрутится, как вы ему поможете, еще, конечно, хорошим питанием. Я имею в виду хорошее, это недорогое, а сами понимаете, какое не чрезмерное. Вот. И поэтому виаргоны у нас тоже вот такие программы очень хорошие, допустим, сердечно-сосудистая система. Ну вот столько проблем люди испытывают на планете. Это, конечно, на первом месте, да, стоит сердечно-сосудистая система, на втором онкология. И так вот сердечно-сосудистая система и давление с этим связано. У нас есть прекрасный препарат. Виаргон номер 10, они вместе работают в одной схеме. И виаргон номер 17. Так вот, виаргон номер 17, вот то состояние тонуса сосудов при варикозном расширении вен, при сахарном диабете, когда стеночки становятся хрупкие, когда ломаются капиллярчики, трескаются на лице, а вот от чего происходят там инсульты, это плохо, если эти сосуды лопаются в голове. Так вот, лучше в мире подобного нет, сказал сам ученый. И он за свои всегда слова отвечает, потому что он также говорит, если вам кто-то скажет, что есть чудодейственные капли ото всего сразу, и вы будете вечно здоровыми, молодыми, то, конечно, это шарлатаны. Вот. Но я, говорит, вам заявляю, что в данный момент по оздоровлению сосудов это виаргон номер 17 лещины, который помогает нам сохранить эластичные стеночки. Вот. Я сегодня вот вспомнила, у нас у знакомых, он спортсмен, и у него была жена очень красивая, молодая. Она родила 2 детей подряд, ей не было, где-то лет было 27, и они решили поехать на юг, и сделала она себе, стала, пошла на операцию по удалению вен. Во время беременности у нее, вот, понимаете, слабая соединительная ткань. Что такое грыжа позвоночника? Что такое вот растекается там стенки, вот эти варикоз? Это слабая соединительная ткань вот этих органов, да, вот этих стенок. И, к сожалению, у нее стала образовываться, ну, как это, кровь, я не медик, сказать, короче, то в тромб пошел, и она умерла. Вот так и остались 2 детей без мамы, да, 2 подряд детей маленьких. Вот, вообще-то, вот, это, конечно, применение виаргона 1.21 у нас, это селен, и при операциях никогда бы не случилось этого, никогда бы. Потому что у нас идут исследования, и шли, то есть исследования, когда брали 100 человек, им до операции, это было по глазам, капали капельки, 2 месяца они готовились, и сразу, прямо в этот же день после операции, это очень хорошо заживают все рубцы. Это никогда не образуется никакое давление, никаких тромбов. Это просто люди восстанавливаются, что называется, на глазах. Вот понимаете, ведь некоторым действительно показана операция. Ведь я вот вчера рассказывала о том, что людям в возрасте с очень старой катарактой им надо убирать, потому что это очень большая нагрузка на мозг. Глаза – продолжение мозга. Поэтому берегите ваши глаза, потому как это потом, может быть, и головные это боли, мы еще не понимаем, почему вот эти спазмы все. И, конечно, применяя виаргон номер 1.21, вот это показание перед всеми операциями и после операции. Вы знаете всем своим родственникам, ну, конечно, они очень осторожны, когда врач не скажет, а врачи сейчас сами не знают. Я уже имею целый перечень людей, когда ты приходишь к доктору, и сама я также говорят, ну, в течение 2 лет я очень скромно, сильно ненавязчиво, ну, как-то хотя бы думала что-то узнать, какое мне хоть чуть-чуть вспоможение.
Ладно, уж думаю, обезболить. Они говорят, ну что вы хотите, у нас у самих болит. Да, да, у них у самих болит, потому что они применяют то, что они имеют. Но было такое время, а сейчас новое тысячелетие, новое открытие. Это нанотехнологии, это такого разведения тонкого, которое не наносит вреда. И сейчас многие доктора даже для себя берут. Если по своей программе им что-то там нельзя на работе, ну так они хотя бы своих близких спасут. У меня была такая бабушка, она говорит, хорошо, я теперь помогу своей внучке, у которой нет возможности родить ребенка. Естественно, много лет, живя в таких небрачных отношениях, не очень ценится, так организм свой не бережется. Лишь бы не было детей, а потом мы не можем родить, применяем всякие гормональные таблетки. Так она говорит, естественно, психическое расстройство. Она стала капать эти капельки просто в чай. Их можно добавлять в любой, так сказать, воду, даже в суп, в чай. Их можно кипятить 2 часа, их можно замораживать. Хоть через 2 года вы их разморозите, они будут живые. У них очень хорошая, мощная такая сила. Я говорю, что кто применяет эту продукцию, чувствует прилив сил. Они, конечно, не летают, не бегают, но они становятся деятельны, жизнеспособны. И как бы восстанавливается вот эта вот хроническая усталость, убирается. И их можно капать даже те, кто еще пока вас не принимает, что-то еще не поняли, но ваша душа лежит к тому, чтобы помочь своему близкому. Эта продукция, я еще напоминаю, она в капельках. Это жидкокристаллические такие молекулы. Ее можно капать в любую жидкость, в водичку, в чай, в кофе, да хоть в суп накапайте, она будет работать у человека. Но мы, конечно, применяем ее между едой, под язык, чтобы сразу шло по организму через кровь и находило то место, в котором этот продукт должен работать. Если это сосуды, как мы сейчас говорили, и сердце, у которых, допустим, инфаркты, вот слабая сердечная деятельность, замечательно, 10 виаргона 17. Есть очень хорошая продукция у нас против инсультов. Ну, против инсультов, конечно, это лещина еще, но те, которые же попали в такую беду, то виаргон номер 2 и 22. У нас уже несколько человек, которые восстанавливаются. И вчера, если я рассказывала про ту, ну пусть я все равно сейчас назову имя Светлана, сегодня я с ней встретилась, но как муж, которого я просила, говорю, ему нужна помощь, Света, помоги ему. Она, да ладно, вот как бы денег нет. В итоге дошли до инсульта. Это, естественно, растение, пролежни. Это 7 раз под себя, а то и 10. Это вообще ужасное состояние. И в итоге мы ей дали виаргон номер 222, потому что сначала не было денег их купить. Потом лекарства все забирают деньги, у тебя опять нет денег виаргоны купить. В итоге мы их принесли, она стала капать. На третий день человек сел, потом он стал как бы не под себя ходить. И процесс сегодня, спрашиваю, как он? Говорит, Лена, восстанавливается, восстанавливается. Процесс все лучше. Вот о таком восстановлении мечтают люди в течение 3 лет. Тратят очень много средств для того, чтобы делать массаж, делать капельницы, делать там еще какие-то процедуры, ездить на курорты, но это можно вот обыкновенными капельками. Вот. Хороший у нас очень результат по коже. Вот по коже это очень такая глаза и кожа, такая благодатная ткань, которая сразу показывает результаты. Вот если у кого есть швы коллоидные, ожоги там какие-то очень с коллоидными массами, если у кого есть какие-то проблемы с папилломами, бородавками, очень хорошо работает. Я уже просто не буду перечислять, это уже как будто бы так и надо. Вот, но, опять же, напоминаю, у каждого свое включение организма, у каждого скорость выздоровления или омоложения своя. А вообще вот эти препараты у нас, они называются терапия омоложения. Это программа такая новая. И ученые, с которыми мы сотрудничаем, уже делают, так сказать, ну, вперед статистику или как бы диагноз просматривают на будущее, что в ближайшее, прямо вот в ближайшее время, в принципе, человечество будет жить 100-120 лет. Вот. Но мы говорим о том, чтобы они жили, мы, то есть жили с вами активно. Вот когда человек в возрасте, когда он в уме. Ведь смотрите, что происходит в Европе. Это проблема, когда там практически сплошные вот эти вот клиники, в которых сдают своих родителей, которые не знают ни имя, ни своих детей не узнают. Причем в молодом возрасте там поголовно Альцгеймера, проблема серьезная.
И сейчас у нас очень хорошие исследования шли по виаргону номер 222, вот это что связано с инсультом. И буквально в скором времени у нас будет виаргон для гипоталамуса, это вот с головой что связано. Что еще хотела сказать? Вот это вот идут разработки. И в ближайшее время у нас будет около 150 новой продукции с какими-то новыми системами для организма, чтобы была такая возможность именно в ту часть поставить вот эти флоревиты, которые будут давать задание и омолаживать эту систему, которая нам нужна. Вот я говорю, будет виаргон селезенки, уже точно нам сказали, виаргон гипоталамуса. Добавочно к тому, что у нас есть, конечно, и печени виаргон, и почек, и иммунитета, и предстательной железы. Прекрасная программа для мужского здоровья, для мужской силы, для мужского репродуктивных функций. Но просто чудо, за какие-то там, я не знаю, копейки можно восстановить и взаимоотношения в семье. А потому что мы же наблюдаем, что проблемы помолодели, стрессы. Вот поэтому некоторые семьи нам неизвестны, но они расходятся, потому что вот что-то с мужчинами, а некоторые, потому что женщина не может родить. Вот это все решаемо, вот это все решаемо в нашей системе. Есть виаргоны специально для женщин, это яичники, это грудь, это щитовидка, есть для мужчины, это тоже предстательная железа и семенники. Вот. Замечательный у нас онкопротектор. Это, конечно, виаргон номер 25, морозник кавказский. И чистотел. Он конкретно совместно с виаргоном 1 и 3 иммунитет. Там почки, печень. Он как раз и состояние, во-первых, онкологически больных, как бы возвращает их хорошо к здоровью. Вот. И вообще как онкопротектор хорошо работает. Что могу еще сказать, что впереди, как говорят нам ученые, у них более 800 разработок идут в процессе сейчас их работы, в процессе исследования. Очень большими темпами идут, они даже вот работают с утра до вечера на самом деле сами. Игорь Александрович был на встрече на открытии 6-7 июня. Он очень рад, он очень добрый человек. Он человек, который всю свою жизнь положил на то, чтобы изучать и давать человечеству здоровье. Вот в этих открытиях вся его жизнь. И они работают вместе с женой, возглавляют два института московских исследовательских с лабораториями, институт Несмеянова, институт имени Кольцова. И очень они много работают. Я сегодня многим напомню, что вообще Игорь Александрович, когда они уже имели, вот вы знаете, многие ученые имеют у себя продукцию, которую не знают ни медики, ни врачи. Но сами они понимают, что они открыли. И вот Игорь Александрович получал он серьезную травму в ДТП. И он был в поликлинике, у него в течение месяца не срастались кости, и шел разговор уже у врачей конкретно об ампутации обеих ног. И тогда Виктория Петровна взяла вот эти флоревиты и сама его лечила этими флоревитами. И она уже просто сама стала делать как ученый. И он остался со своими ногами, он сейчас с палочкой. Вот представьте, как восстанавливаются кости. У нас есть виаргон номер 26. У нас была женщина, муж прямо пришел, говорит, вообще проблемы на аппарате Елизарова, там неизвестно что, ничего не срастается. Она одним флакончиком, доктор говорит, ну вот видите, как хорошо помогает. У вас сначала все процессы восстанавливаться там. Кальций, да? Но кальций, если плохая соединительная ткань, если нет вот этих сигнальных молекул, которые открывают мембрану клетки, то вы хоть сколько запейтесь кальцием, вы закальцинируете все на свете, а в клетку он, может быть, и не попадет. Поэтому самое лучшее питание, самые лучшие БАДы, самые лучшие минералы, чистейшие, зависят от соединительной ткани и от флоревитов, которые там находятся. И тогда нам на самом деле надо будет крошечки. На самом деле просто действительно в каких-то гомеопатических дозах эти минералы, витамины и БАДы. Вот. Поэтому замечательный продукт, я несколько раз про это повторяю. Вот. Он единственный в мире, аналогов в мире нет. Вот. И в ближайшее время мы разговаривали с учеными, у них идут большие исследования, и они нам будут поставлять очень много-много хорошей продукции.
Вот, что еще могу сказать, что, в принципе, наши вот ученые провели исследование реакции организма на различные препараты в зависимости от их дозировки. Полученные результаты вообще превосходят все ожидания, поэтому у них такое вот вдохновение, они работают, не покладая рук. Вот. И, в принципе, применяя препараты системы активного долголетия, вы получаете уникальную возможность получить весь спектр восстановительного воздействия на человека. Это на самом деле так, это очистка. Это противопаразитарный курс. У нас лисички есть номер 23, Виаргон. Установление микрофлоры кишечника, это Виаргон номер 15, который на всю ЖКТ работает, на всю слизистую. Он очень многим необходим на самом деле. В общем-то, восстановление вен, очистка организма от старых клеток, восстановление нервных клеток. Понимаете, если вот нервы не восстанавливаются, как говорят, то у нас восстанавливаются. Восстанавливается атрофия зрительного нерва. Я вчера рассказывала вот две женщины, которые одна у нас, я прямо вот могу сказать, она возглавляет большую компанию по БАДам. Но представьте, раз и неожиданно, разрыв сетчатки, вроде бы человек здоров. Все, пятно, как блюдце, черное на один глаз, на второе молнии сверкают, врачи ничего делать не смогут. Я не знаю, как-то из миллиона, из тысячи на ее счастье вот все-таки пришел человек, ну, знаете, может быть, который принес и говорит, вот по каталог надо подобрать. Она буквально, ну там она сразу три препарата применяла. Это номер 10 Виафтан, номер, по-моему, шестерка там при этом. Все, буквально за неделю у нее вот это в мушку превратилось, которая черное блюдце. Она говорит, она его называла черный паук. Вот. И второе, молнии прекратились, и она пользуется. Человек возглавляет большую-большую компанию по БАДам. Одно другому не мешает, но то, что надо использовать на рынке здоровья альтернативу, которая пришла с нанотехнологиями из научного мира, конечно, не надо отвергать. Вот. У нас еще будет впереди, конечно, замечательная маска для лица. Это иногда ее называют орторепарированная косметика, которая будет делать подтяжку без операции. Вот на основе, вот там есть такая вот эта лещина, которая тоже будет крепкие сосуды делать и мышцы. И, по-моему, там еще что-то другие там будут препараты с сигнальными молекулами. Это вот под глазами, подбородок, ну, кому надо, там колени там или еще что-то. И они же будут, есть еще будут крема для локально применять для вен, у кого с венами проблемы. Вот.